Всем доброго утра, девчонки! Это видео исключительно для тех, кто заказывает на сайте AliExpress. Если вы еще не зарегистрированы на сайте AliExpress, настоятельно вам рекомендую зарегистрироваться. Потому что ни Россия, ни Украина, ни Белоруссия, ни Казахстан не производит красивого стразового декора, не производит хорошего кружева, не производит красивые принтованные ленты. Их производят в Китае, и значит мы покупаем с Китая. Я сегодня утром нашла очень хорошую цену на фатин. Я его себе заказала. Рекомендую заказать и вам. Эта цена в ярдах получается 1 гривна 80 копеек за ярд. Или примерно 3,50 в рублях. То мне потом как-то предъявили претензии, что ты заказала классный стразовый декор, а нам об этом не рассказала. Вот, девчонки, обязательно снимаю в моей группе ВКонтакте и в Фейсбуке, и вкладке сообщества в YouTube я оставлю ссылочку. Заказывайте, такой цены нету. Это весенняя майская распродажа, я думаю, такой фатин пригодится вам. Я заказала себе 7 бобин, это не бобины, рулончики. Очень удобно, что они представлены как в золоте, так и в серебре. Смотрите, можно заказать как в золоте, так и в серебре. Цвета есть все в наличии. Еще очень хорошая цена на вот такие мягенькие повязочки. Это мне уже продавец отправил. Цена в гривне получается 3 гривны 30 копеек за одну повязочку. В лоте 10 штук. Я заказала сразу себе 3 лота. Ну все, я буду прощаться. Как только получу, обязательно покажу, как они смотрятся вживую. Рекомендую, продавец проверенный. Товары идут очень быстро. Повязочку не знаю, но фатин приходит очень быстро. Пока-пока, люблю вас.